Да-да, я готовлюсь пойти в гости к Савуне и... Огород Копатыча богат разными растениями. Многие из них вкусные и полезные. Копатыч выращивает очень большую тыкву для конкурса на лучшее изобретение. Копатыч, скажи, а вот к чаю что можно принести с собой в гости? Я думаю, мята как раз подойдет. Мята, наверное, понравится Карычу. Понравится, несомненно. Вот и мята выросла. Ароматная мята для чаепития. Я думаю, Кар-Карычу понравится ароматная мята. Вот мята! Чай с мятой – это вкусно. Думаю, Савуне это понравится. О! Спасибо, вы меня выручили! На солнышке греется лосяш. Около него находится какое-то странное устройство. Бабочки – удивительные создания. Лосяш, расскажи мне о параллельных вселенных. Параллельные вселенные я начал изучать давно. Кстати, это значит, что все лосяши во всех вселенных тоже давно начали изучать это научное явление. Ведь в параллельных вселенных действия повторяются, как отражение в зеркалах. Я не могу докричаться до Пина. Не беда. При помощи моего многофункционального усилителя голоса я могу пересылать голос куда угодно, только он пока разряжен. А как его можно зарядить? Для устройства усиления голоса нужно красное, круглое и сладкое топливо. А как его можно зарядить? Для устройства усиления... Кар-Карыч уже в гостях у Савуньи. Копатыч, круглое, сладкое и красное. Что это может быть такое? Лосяш попросил найти такое топливо для его нового изобретения. Арбуз это! Насчет топлива можете попробовать. Но вообще, самое правильное применение арбуза – это летом, у жаркий день, отрезать ломтик и наслаждаться у тени собственного сада, глядя на гречишные поля под тихое жужжание пчел. Эх! Арбуз круглый, сладкий, красный внутри. Подойдет как топливо для прибора лосяша. Надо побольше вашего топлива вырастить, чтобы не израсходовалось быстро. Арбузы – вещь полезная.
красный, круглый и сладкий. Арбуз всегда нравился ежику, потому что он полосатый и круглый. Здорово! Теперь усилитель голоса должен работать. Надо его проверить. Это мое изобретение. Я не могу его просто так отдать. Но давай могу меняться. Совершить обмен. Мы можем обмен дать тебе что-то полезное. Полезное в обмен устройство. На усилитель голоса. Заманчиво. Я был бы рад солнцезащитному устройству для моих глаз. Ведь скоро будет солнечное затмение. Солнцезащитные очки идеальны для просмотра солнечного затмения. Вот самое что ни на есть солнцезащитное. Отлично! Теперь я вооружен для наблюдения солнечного затмения. Отлично! Теперь Пин может нас услышать. Привет, Пин! Привет, ёжик! Нам нужна твоя помощь. На самом деле мне тоже нужен ваша помощь. А что случилось, Пин? Я не могу приземляться, потому что посадочная полоса не работает. А как починить посадочную полосу? Сломался один огонек. Надо его починять. Но сам я не могу, я высоко. Пока посадочные огни не работают, я не смогу приземлиться. Я буду ждать вашей помощи тут. Пока посадочные огни не работают, я не смогу приземлиться. Я буду ждать вашей помощи тут.